Здравствуйте! Рассмотрим классификацию дисперсных систем. Первое. Виды дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Первое. Суспензии. В жидкой среде мелкие частицы твердого вещества. Пример суспензии – это смесь глины с водой. Внешний вид и видимость частиц суспензии. Мутные частицы видны невооруженным глазом. Способность суспензии осаждаться. Осаждается легко, иногда в течение нескольких минут. Способность суспензии задерживаться фильтрами. Задерживаются обычными фильтрами, например, фильтровальной бумагой. Размер частиц суспензии измеряется в нанометрах. 1 нанометр – это 10⁻⁹ степени метра. Это больше 100 нанометров. Второе. Эмульсии. В жидкой среде мелкие капельки другой жидкости. Пример эмульсии – это смесь, полученная встряхиванием растительного масла или бензина в воде. Внешний вид и видимость частиц эмульсии. Мутные отдельные капельки видны невооруженным глазом. Эмульсии осаждаются так же легко, как суспензии, иногда в течение нескольких минут. Задерживаются эмульсии, так же как суспензии, обычными фильтрами, например, фильтровальной бумагой. Размер частиц эмульсии такой же, как у суспензии. Второй вид дисперсных систем – это тонкодисперсные системы. Первое – коллоидные растворы, и второе – истинные растворы. Пример коллоидных растворов – раствор яичного белка в воде. Внешний вид и видимость коллоидных растворов – это прозрачные частицы, обнаруживаются только при помощи ультрамикроскопа. Способность коллоидных растворов осаждаться. Они осаждаются с трудом в течение продолжительного времени. Способность коллоидных растворов задерживаться фильтрами. Они задерживаются только ультрафильтрами с очень маленькими порами. Пергаментная бумага, животный пузырь. Размер частиц коллоидных растворов также измеряется в нанометрах от 1 до 100 нанометров. Второе. Истинные растворы. Их пример – это раствор сахара или натрий хлор поваренной соли в воде. Внешний вид и видимость частиц истинных растворов – это прозрачные отдельные частицы, нельзя обнаружить даже при помощи ультрамикроскопа. Способность истинных растворов осаждаться. Они не осаждаются. Способность истинных растворов задерживаться фильтрами. Фильтрами они не задерживаются. Размер частиц истинных растворов меньше 1 нанометра.